Яндекс Плюс – это фильмы и сериалы на Кинопоиске, плюс моя волна на Яндекс Музыке, равно бесплатно до лета в Яндекс Плюсе. Яндекс Плюс – подписка со множеством плюсов. Ссылка в описании. Всем привет! У микрофона вилят дамы и господа. Вы часто меня просите, Вилясик, да, шарп-кейсы – это классно, но, Вилясик, как бы шарп-бокс, посмотри, открой все дела. Мы часто открываем, как бы, боксы, все дела. Ну, у кого, собственно, голдички нету, да, как бы, есть серебро, они открывают боксы, тем более в боксах очень даже неплохие скины. О май гад, Буллет, ФАМАС, это просто бомбезно. Чувачки, реально, вот в боксике, вот Аксели добавили прям реально офигенные скинчики. Собственно, мы будем его открывать, и даже 100 боксов я открою. Может быть, даже мне вылетит какая-нибудь, мне выпадет какая-нибудь аркана, потому что с боксов, точнее, с кейсов мне выпадает очень много аркан. Ну и у меня к вам вопрос, дамы и господа, все, кто у меня просили открывать боксы, потому что, мол, типа, у них нет голды. Я на своем канале продолжаю марафонить, раздавать голду и БП. Напомню то, что БП у нас заканчивается через 22 дня. Успей забрать свой голд пас и возьми уже, наконец-то, этот красивейший авик. Собственно, подписка на колокольчик, плюс комментарий, ничего не пропустите, все хорошо. Давай, ну и на Телеграм, собственно, да, как бы, чего бы нет. Хорошо, давай, я беру, открываю, значит, 50 сюда, бам-бам. И 50 вот так вот, бам-бам. Че бы я хотел выбить? Ну, конечно же, арканочки, это 100%. Значит, мне нравится 5-7 зап. Вот это просто, ну, извините меня, Аксель, но вот такую красоту делать, это просто, я не знаю. Ну, этот 5-7, он должен быть в кейсе, по-любому, но это очень красиво. Дальше, белый ФАМАС, очень красивый, прям классный, прям пушечка, ребята, 100%. Хочу. Дальше, что еще, что еще можно, типа, ну, это, прикольный белый пулемет. В принципе, да даже этот Glory Desert Eagle, да, он такой, типа, знаешь, потертый, такой, типа, немножко такой грязненький. Но все равно было бы классно. Ну и, как говорится, легендарочки, эпики, арканочки, все дела. Ребятушки, давайте опять же еще договоримся с вами. Ставим сейчас кучу лайков. Прямо сейчас кучу лайков ставим, чтобы, как говорится, чтобы из 100 кейсов, из 100 боксов, извините. Ой, как я редко говорю боксы. Как я редко говорю боксы, потому что как, вот я делаю open кейс. Вот мы постоянно кейс, хочешь сказать, понимаешь? Все, let's go. Лайки поставили, красавцы полетели сразу. Let's go, смотрим, дамы и господа, что мне выпадает первый скин-то 5-7-zip. Так, я знаю, что у меня 100 боксов, значит, будем открывать. Как у вас дела, ребятушки? Я надеюсь, все шики-бомбони, все супер. Я надеюсь, что всем вам, кто не получил, надо сказать, подарок, ну, типа, в честь 5-летия стану 2, значит, ну, если вдруг ты такой, если говоришь, Веля, что за подарок? Да, ребятушки, при первом входе в обновление, ну, как бы, разработчики раздают подарки, это, типа, подарочные граффити, если вы еще, как бы, ну, если вы еще, как бы, не получили их, то, как бы, не переживайте, получите. Произошел некий баг, опять же говорю, когда я записал первый ролик по обновлению, такой, значит, ну, типа, обзорный ролик, да, мне тоже не выдалось, потом, через какое-то время, мне, как бы, ну, я просто захожу в игру, как бы, да, перед стримом, и мне выпадают, собственно, граффити подарочные, хорошо. Что по дропчику, давай посмотрим, пока что, в принципе, ну, смотри, Гансмок у нас есть, хорошо, Фомасик, все прекрасно. Продолжаем, те же самые, как говорится, боксики, открывать, балдеть, как говорится, да, так, я буду называть это давно, я не буду это называть по, ну, типа, правильно по-английски, я буду называть это давно, на всякий случай, потому что мало ли, как говорится, да, мы не на Твичике, но, собственно, значит, ютубчик тоже иногда, знаешь, типа, тебя берет за хвост, так сказать, когда ты что-то там говоришь, это не то, да. Хорошо, продолжаем. Так, МП5 у меня, у нас выпал, кстати, МП5, дамы и господа. Я помню, когда я собирал кучу инвентаря, кстати, если вы хотите, я могу собрать инвентарь из новых скинов. Напомню, вот, я помню, там, собирал там за 100 голды, за 1000 голды, там, и так далее, да, вот, на МП5 было очень мало скинов, вот именно в плане, знаешь, типа, есть, типа, синьки, да, сюда, но нету анкомонок. И вот она, вот тебе анкомонка, собственно, или, да, анкомонка, вот тебе даск. Прекрасно, вообще великолепно, ребята, продолжаем, давай. Я хочу сейчас прям нормально выбить дропчик. Вот если я выбью, например, какую-нибудь легендарку, а мне почему-то, я не знаю, ну, пацаны пишут, типа, Велясик, я выбил из бокса аркану, Велясик, открыл бокс, выбил аркану.
У меня вопрос! Я, по-моему, за всю свою историю игры в Stand of 2 ни разу не выбивал аркану. Потому что шанс выпадения арканы 0,02%. Это что? Это правильно. Это габелла полнейшая. Это габелла полнейшая, братик. Ёкарный бабай. Поэтому, кстати, давайте кучу лайков еще, как бы, ну, напомню, как бы, лайк поставь, да, чтобы нормально, как бы, может быть, это мой будет первая аркана с бокса, прикинь, первая аркана с бокса, но пока что мне выпадает даун, хорошо, продолжай. Пока что мне выпадает даун. А хотелось бы, ну... Да, ну так кинг! Ну хорошо, турет. Нет, гансмок. Окей, вообще без Б. Скинчики красивые. Нет, скинчики, анкомонки красивые, кстати. Ну, аксель здесь реально постарались. Но я вижу, что пролетают арканы. Арканы пролетают. Ну, их много, понимаешь? Этих аркан много, они пролетают. И вообще прекрасно. Даск еще нам выпадает. Еще один даск, хорошо. Продолжаем. Мы сейчас просто летим. Открывать боксы и так далее. Далее. Снова даск, нет, снова давн. Мне очень, знаешь, я, ну, как бы, я люблю английский язык. И вот, допустим, есть AVM Genesis. Многие говорят, Веля, а ты неправильно называешь Genesis, правильно? Нет, правильно, Genesis, понимаешь, бро? Но я знаю, что давн называть неправильно. Но если я назову его правильно, то, наверное, мне это, возьмут меня за мой Бобби Джон, понимаешь? Так, продолжаем, даск, окей, хорошо. Давай, дальше продолжаем шарбоксики. Пожалуйста, не расстраивайте Велю. Веля топ-1 опенкейсер на планете Земля. Ну-ка, нет, как бы, конечно, я то, ну, опенкейсер. Ну, как бы, опенбоксер здесь, ребята, вопросы есть большие. Продолжаем, давай, шарпецкий, let's go, делаем мясо. Нидл, например, нет, снова давн. Да что ты будешь делать, Аксели, пожалуйста, давайте нормально скины называть, ну чё. Он, бля, упс, нет, снова даск. Блин, надо, чтобы, не знаю, вот рарочку бы, а? Вот рарочку бы, грибчик бы бабахнули. Глори нам выпадает, щикадим. Продолжаем дальше, снова, нет, болт, ну, кстати, дробовик, да ёкарный, да красиво, мне очень нравится, как сейчас аксели идут в сторону вот этих вот, типа, как они идут в сторону скинов в плане именно вот, типа, раскрасок, то есть, смотри, вот, SM-1014 болт, ну, красивенький, он такой киберспортивненький, тут всякие там буковки, вот это все красиво, всякие там, типа, надпись на дули, собственно, да, понимаешь? Красиво, аксели, молодцы, но я еще раз скажу, вот, есть вообще кринжовый, опа! Purple Camo, хорошо. Есть кринжовый, я сейчас открою, знаешь, какую коллекцию? Я открою коллекцию 4Years, вот это кринжовый, дамы и господа. Нет, даже так, давай не этот кринжовый, а вот другой кринжовый, сейчас даже вспомню, maybe, где этот был кринж. New Year, maybe New Year, нет. Короче, была какая-то коллекция, которая там вся такая, знаешь, просто сделана из полосочек, это такой, не понял, что за приколы. А здесь, как бы, да, тоже полосочки, ну, блин, здесь у них получилось хорошо. Дайте я пожму руку этому дизайнеру, Оксель Болды, как бы, скиньте мне контакт, я приеду и пожму руку, просто приеду в Казань, просто для того, чтобы пожать руку, реально. Хорошо, продолжаем, пока что мне что-то, ну, типа, может быть, какие-то скинчики выпадут классные, например, опять Purple Common, maybe. Нет, давно. Хорошо, давно. Нормально. Летим дальше. Грибчик. Нет, снова даск. Короче, выпадают, знаешь, что выпадает? Выпадает очень много давн, очень много зап. И выпадает даск. Ну, блин, как бы типа. Надо, ну, чтобы, ну, как бы, ну, я сколько уже боксов открывал, аксели, ну, разработчики, но я столько уже боксов открывал, ну, как бы, можно бы мне легендарочку, например, выдать, например, казуал, либо упс, либо текинг, ну, как бы, вы мне выдадите, мне выпадет даун, понимаю, хорошо, как бы, тут я, как бы, ничего не говорю лишнего, понимаешь, ничего не говорю лишнего, гансмок у нас выпадает, окейшки, продолжаем, шарпецкий, бокс, ну, бокс, ну, ребята, вам тоже такой дроп падает из боксов. Что это такое? Я не понял, парни. Надо, чтобы вы все приходили на стрим. Я там голду раздаю, БПшечки раздаю. Потому что, ну, серьезно, то есть, вот такой у вас дроп с боксов. Либо, нет,
Либо это только у меня такой дроп с боксов. У вас, либо у меня, либо у всех. Ну а как? А как? Извини меня, в смысле? Я столько боксов. Вы нам скажете, Веля, ну это же серебро. Так серебро-то надо еще как бы на этого, нафармить, понимаешь? Это не просто, как бы, это не просто. Ты взял, короче, там сыграл карту, тебе дали там типа 1000 серебра. Невероподобного, понимаешь? Невероподобного. О, блин, блинский, нифига себе. Так, ну и шо это у нас, ребятушки? Опять давно мне дают. Опять? Ладно, давай дальше. Давай дальше, Шарп. Давай дальше. Хорошо, поговорим с тобой, Шарп. Глори, хорошо, Глори мне выбыла. Ха-ха-ха! Нет, я понимаю, что вот я 30 боксов открываю. Ну, хотя бы, я не знаю, ну, эпичек можно дать. Например, да, как бы. Ну ладно, как бы рарочку мне дали, но извините меня, я сейчас 100 боксов открываю. 100 боксов открываю. Это мне еще подписчики сказали, Веля, открой. Я бы сам бы, собственно, ручно бы не прикасался к боксам, конечно же. Но! Другое дело все, как бы, сори, нагнал, боксы, нагнал на вас, хорош, все, беру свои слова обратно, боксы, во, открывайте, класс, одна, все, по губам себе такую, чтобы всякой гадости не говорил, да, чтобы всякой гадости не говорил, по губам себе дал, так, все, ну, это лучший бокс, ну, извини, все, ну, это уже лучший бокс, ребята, реально, то есть, мне дал эпик, мне дал еще рарку, это лучший бокс, пани! Не, все, открывать надо, реально. Что Шарп, что кейс, имба, просто нереально, имба. Еще рарку мне дал! Подожди, а сколько он стоит? Подожди. Давай я немножечко так нарушу. Две голды, то есть мне выпало уже, как бы, ну, считай, 4, ну, где-то 5 голды, да, и еще здесь, и еще 5, 10 голды. За 10 голды можно инвентарь себе собрать. Я ролик выпускал, не веришь? Напиши на ютубе, Веля собирает инвентарь за 10 голды. Впиши в ютуб, посмотри, я реально собрал инвентарь за 10 голды, поэтому, как бы, не, ну, уже неплохо. Давай продолжаем, смотрим, что у нас такого интересного сейчас будет падать. Опять у нас Pursuit. Продолжаем. Let's go. Лайкосики, лайкосиусы, не забываем. Бокс мне уже очень нравится. Если мне выпало, получается, если мне выпал эпик, две рарки, это же типа... Ну, нет, если мне еще один эпик выпадет, ну это, извините меня, но это 10 из 10 будет, это однозначно. Это 100%, это 200%, понимаешь? Так, продолжаем. Опять Pursuit будет выпадать или Turret, или... Сидите, мой английский иногда is very good, иногда is very плохо, понимаешь? И is very bad. Ага, продолжаем, хорошо. Так, давай смотреть, что еще будет выпадать. Ну, упс, например, можно. Ну, хорошо, Gunsmog. Окей, let's go дальше. Sharp боксы. Давай еще немножко накинь, и это будет просто 10 из 10, реально. Я потому что, как бы, ну, я знаю, да, там на боксы фармить надо и так далее, но извините меня, но это халява чистая, понимаешь? Тем более, я заметил то, что чем больше и больше выходит обновление, тем больше и, ну, типа, тем лучше и лучше можно собрать инвентарь из комонок и анкомонок. Реально, то есть можно собрать себе нифиговый такой инвентарь. У комонок и анкомонок есть скины красивее, чем у легендарок, например. Реально, я тебе говорю, реально. Сколько я инвентарей собирал, особенно дешевые инвентарь. Лучший кейс. Ой, бокс, извини. Бокс 10 из 10. 100 из 100. Миллион из миллиона. Понимаешь, здесь однозначный лайк. Однозначный 100% лайк я ставлю. Все, 2 лайка я ставлю. 2 видеоблогерского лайка за такой бокс. Извините меня, ну это как бы шансы выпадения, это очень классно. Ты понимаешь, что то, что мне выпало пару рарок, шанс выпадения 3%. 3%. Ты понимаешь, что шанс аркан у боксов 2%. То есть, по сути, нифига себе. Здесь рарку выбить, как из этого кейса выбить аркан. Хорошо, продолжаем. Мне все очень нравится. Мне все очень, ребята, нравится. Я тестирую шарп-бокс, и я доволен. Все, я сейчас обосрусь, насколько это просто великолепный бокс. Реально, это все. Ну, Аксель сделали самый лучший бокс на планете Земля. Реально, ну такой дроп. Ну, мне, ну реально, мне, как бы, ну это чуть ли, как бы, мне впервые так фартит.
Мне в... Ты посмотри, раз, два, три, четыре, пять, и это я еще проскипал один эпик и две рарки. Понимаешь, еще, типа, о чем я говорю? Это все дело я продаю, собственно, на рынке. Получаю голдишку. Я даже могу уже, как бы, ну, у меня уже, наверное, будет 15, либо даже 20 голды. И эти 20 голды могу потратить на инвентарь. Ну, это все. Это 10 из 10 кейс. Опять! Извиняюсь! Бокс! Правильно, да? Бокс. Так, а сколько у меня осталось боксов, надо будет посмотреть визуально, потому что, как бы, ну, я столько открыл, мне уже дико нравится. Уже очень хороший дропчик. Да фига, мне еще надо открывать. Let's go! А если что, мне не выпадала еще легендарка, и не выпадала еще аркана, на этом мы тоже будем делать акцент. Продолжаем. Да, господи! Я промахиваюсь по кнопке открыть, прикинь, Вот это я, конечно, дуратёка, действительно, еще тот самый, да. Продолжаем, давай, let's go, let's go. Да, ролик будет, конечно, ну, длинненький для open боксов. Но, собственно, как бы, ну, собственно, да, мы должны понять, что мне выпадет, собственно, из со 100 боксов, что мне выпадет. И пока что я могу сказать то, что дропчик такой выпадает, это очень и очень классно. Продолжаем. Шарпецкий, давай, классненько. Опять мне болт выпадает. Окей. Было бы классно, кстати, Акселя. Очень было бы классно. Вот смотри, разработчики, вот у меня есть много боксов, кейсов, неважно. Я, значит, такое открываю, нажимаю на кнопку открыть, и все, и на крестик. И типа вот это все прокрутка, она типа, ну, как бы, ты понимаешь, да, ждать, пока она прокрутится и так далее. Чтобы я на крестик нажал, и все, я как бы увидел скинчик, который мне выпал. Реально. Продолжаем. Так, снова давно мне выпадает. А мы тем самым делаем. Прям ускоримся, максимально ускоримся, потому что, как бы, ну да, боксиков еще осталось довольно-таки много. Но, собственно, мы должны узнать, выпадает ли нам аркана или нет. Может быть, легендарка или нет. Итак, Шарпецкий, давай. Ну сюда просто! Ну немножечко, ну маленечко, ну чуть-чуточку, понимаешь? Было бы классно. Чуть-чуточку и вообще было бы пушечка. Так, болт, хорошо, продолжаем, парни. Очень, ну как бы много, довольно-таки. Еще одна рарка! Куда? Не, ну извините меня, разработчики сделали реально офигенный бокс. Парни, если у вас есть серебро и вы думаете, какой бокс открыть, я вам скажу так. Открывайте Sharp Box. Даже если вам не нравятся там скины, неважно, открывать Sharp Box, чтобы потом все дело продать, получить голду и уже на голду покупать уже, как говорится, те скины, которые вам нравятся. Понимаешь? Ну, конечно, ты же меня понимаешь. Опять рарка. Ой, мое почтение, Аксели. Мое почтение, Sharp Case. Реально, это просто, это один... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было сильно. Мое почтение, это один из самых лучших боксов, которые вообще мои руки дотрагивались, реально. А я много боксов, ну, почти. Не, ну сейчас будет, сейчас будет трольбасина, конечно, трольбасина, сейчас потрольбасит. Ну, давай посмотрим, шарп, запном выпадает. Хорошо. Сколько? Осталось чуточку, ребятушки, и мы узнаем, что же мне такого интересного выпало. Может быть, конечно же, аркана, может быть, конечно же, легендарка. Вот легендарка, и это все. И я сразу скажу то, что, ребятушки, не открывайте никакие другие боксы, открывайте only sharp боксы. Давай дальше, быстро. Прям мы максимально ускоряемся. Мы берем максимальный скоростной режим и летим. Опять глори. Давай продолжаем. Ребятушеньки, давайте, что сейчас будет? Опять нидл. Ёкарный бабай. Еще. Сколько стоит нидл? Давай мы узнаем, сколько стоит нидл. Нидл стоит... Почти 4 голды! Обосраться, хорошо. Ну, а гриб, наверное, меньше стоит. Гриб стоит 1 голду. Ну ладно, ничего страшного, говорится. Не, ну то, что Needle М16 выпал, извини. Ну, это офигенно, это пушечка. А Pursuit у нас выпадает. Нет, Glory у нас выпадает. Конечно, зачем нам Pursuit, когда можно Glory? Когда можно самый дешевый дигл нам отдать. Так, зап. У нас выпадает зап. Продолжаем дальше. Let's go. Максимально на скоростях, максимально ускорены. Максимально смотрим. Надеюсь. Все и верим, я очень верю. Вы как бы тоже верите, голосуя своим лайком. Так, Гансмок, опять Глория. Я уже вижу концовочку боксов. Хорошо, продолжаем, ребятушки. Продолжаем. Ну, нужен его Фабм Бум, например. Либо АКР Тек Кинг. Я вообще был прекрасен. Нет, ну если сейчас выпадет какая-нибудь аркана, парни, ну если как бы если аркана, то это считай вообще, тут считай, такой себе инвентарь соберешь. Просто мама мия.
Мама мия! Сеньорито писсуаре! Так, хорошо, болт выпал. Хорошо, продолжаем. Хорошо. Так, а что я сказал на итальянском? Фигню какую-то сказал на итальянском, по-любому, парни. Так, болт. Пиранья рядышком, Блин, было бы пиранья... если прикольно было бы, если бы было бы пиранья выпало. Опять гриб. Немножко не долетели. Продолжаем. Давай, осталось совсем немножко. И мы наконец-то узнаем. Зап, окей. Let's go. Дальше. Давай, ну же! 10 боксов осталось. Мы уже 90 боксов открыли. Болт. Хорошо. Продолжаем дальше. Let's go. Арканочка. Но если аркана, я буду кричать и орать вообще как умалишенный, так сказать, да? Ага. Давай. Да куда ты, блин? У меня рука вообще... Что с моим аимом-то? Не могу. У меня курсорчик. Не могу даже нацелиться. Юкры. Так, хорошо. По-моему, мы пропустили бокс, да? Один, по-моему, бокс. Да! Ну просто, знаешь, скрылся. Понимаешь? Думал, что я его не найду. Братанчик, ну ты понимаешь, я его найду, конечно, у меня глаз-алмаз. А нюх как у собаки. А глаз-алмаз, реально. Глаз как у орла, считай, да? Даск, хорошо, продолжаем дальше. Let's go, Шарпецкий. Ну давай. Ну у тебя есть шансы еще меня просто обоссать, как удивить. Продолжаем. 4 бокса. Узнаем, а выпадает ли мне сейчас с этих боксов что-то жесткое, невероятное. Жесткий, рисковый, всегда соска, как младенец. Продолжаем. Грибчик. Нет, не грибчик, хорошо. 2 бокса у нас остаются. Мы сейчас узнаем, что из них выпадает. Это было очень близко. И последний бокс. И я делаю, значит, итоги этого бокса. Узнаем, что, значит, интересненького у нас было. Итак, смотрим. Хорошо, я открыл 100 боксов. 100 боксов. Из этих 100 боксов выпало очень много классных там аркана. Выпало очень много, как говорится, этих рарок. Выпало очень много эпиков. Интересно, сколько стоит соур, мне тоже интересно. Почти 10 голды! То есть, ну, извините меня, то есть я могу сейчас вот этот соур, который мне выпал из, собственно, бокса, да, я могу вот такой, типа, ну, за сколько выставить можно? Можно выставить, давай, за 9,99, реально, за 9,99. Итак, 9,99, да, правильно. Поставил. Сейчас купят. Просто возьмут и купят. Ля, дядь, ты что за 9000? Ну, короче, по-любому купят этот скинчик. По-любому, да, чувачки там решили. Ну, давай за 9 ровно, хорошо. Ровно за 9 я его выставляю. Опа, все, купили. У меня 7 гол... Ну, плюс 7 голды, нифига себе. То есть, если все это дело продать, все эти рарки продать, ну, голды 25 можно нафармить. 25-30 можно нафармить, а это, извините меня, это очень даже хорошая сумма для того, чтобы собрать более-менее инвентарь, тем более даже красивый инвентарь, поэтому этому боксу я ставлю огромный лайк, нравится и советую вам его открывать 100%. Дропщик там нереально офигенно жирный. Ну, у микрофона был Веля, спасибо большое за просмотр, не забывайте лайк, подписка на колокольчик, плюс комментарий, залетайте на стримы, получайте голду и БП и подписывайтесь на телеграм-канал. Всем спасибо большое за просмотр, всем удачи! Пока, ребята!